В Тверской области продолжается работа по улучшению качества оказания медицинской помощи в крупных центрах. Так, в детскую областную клиническую больницу поступило новое оборудование для спасения жизни новорожденных пациентов. Что из себя представляет это оборудование и какую пользу принесет младенцам, рассказывает наш корреспондент. В отделение реанимации новорожденных детей детской областной клинической больницы поступило оборудование для управляемой гипотермии. Охлаждающая терапия применяется для новорожденных пациентов с гипоксической ишемической энцефалопатией, перенесших операции на сердце при повреждении головного мозга, для нейропротекции при инсульте новорожденных и по другим показаниям. Безусловно, наличие этого аппарата в нашем регионе, оно значительно улучшит и качество, и доступность оказания помощи новорожденным детям. Если мы будем говорить о потребности, то на то количество родов, которые есть в нашем регионе, статистически до 50 таких детей может родиться, которым может быть оказана такая помощь. Покупку и передачу больницы нового оборудования осуществил благотворительный фонд автономной некоммерческой организации «Второе дыхание». В нашей организации есть направление помощи больницам и интернатам, в рамках которого мы закупаем оборудование и, собственно, предоставляем его в безвозмездное пользование. При этом все техобслуживание остается на нас. Здесь была потребность в нем. Анна Васильевна нам корректно донесла информацию, доказала рентабельность покупки этого оборудования сюда, благодаря тому, что благополучателей очень много. Вот, и действительно, мы сможем помочь маленьким пациентам и спасать жизни. Эта система охлаждения организма новорожденных на сегодняшний день является единственной в Тверской области. Разработана она для осуществления комфортных и легко контролируемых лечебных процедур охлаждения и согревания тела новорожденных детей. Прибор программируется на полный цикл терапии с установкой температур, длительности лечения и диапазона повышения температуры и охлаждения, что делает его простым для установки и использования. Программируемый режим работы аппарата позволяет выполнить полный курс лечения без вмешательства персонала.